Департамент дорожного хозяйства и транспорта региона разработал интерактивную карту ДТП, произошедших за 11 месяцев 2015 года. Новый интернет-ресурс позволяет не только увидеть участки региональных дорог с наибольшей концентрацией аварий, но и узнать обстоятельства происшествий, погодные и дорожные условия. Ссылка на ресурс есть на официальном сайте департамента. Обнародование информации о ДТП – один из первых пунктов плана мероприятий по снижению смертности на дорогах, утвержденного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Интерактивная карта наиболее наглядно показывает ситуацию на ивановских дорогах, уверены сотрудники департамента. В будущем они планируют внести в разработку существенные изменения, которые еще больше облегчат жизнь автомобилистам. В ближайшее время, по итогам 12 месяцев 2015 года, совместно с ГИБДД, с управлением ГИБДД, мы, значит, разработаем, уточним места концентрации ДТП за 2015 год и участки автомобильных дороги, там, где у нас 2 и более ДТП за год произошло, мы будем обозначать другим цветом, выделять. По федеральным трассам мы планируем запросить в управлении ГИБДД информацию и в таком же виде, по аналогии с региональными дорогами, планируем занести ДТП, произошедшие на федеральной трассе.